Друзья, всех приветствую вас на своем канале Деревня Подмосковья, и меня зовут Алексей. Хочу с вами поделиться очень для меня приятной новостью. Если вы обратили внимание, я читаю журнал «Огонек». Но я его читаю не просто так, так как в данном журнале появилась статья, называется «Знатные ролиководы». Это статья в том числе и о нас, о том, что мы живем в деревне, что здесь делаем и какие мысли у меня на этот счет. Номер абсолютно новый, он вышел только вчера, и всю неделю его можно будет приобрести в киосках либо Союз Печать, либо подобных, где продается пресса, ну а также, я думаю, в разных сетевых супермаркетах. Это свежий номер, поэтому, если хотите, можете про меня почитать статью. Но также я оставлю ссылку внизу под роликом на сайт Коммерсанта, где также можно будет прочитать, если вы не хотите покупать журнал, также можно будет прочитать непосредственно на сайте Коммерсант. Так как журнал «Огонек» входит в холдинг Коммерсанта, здесь даже написан «Коммерсант», то, соответственно, и то можно будет почитать непосредственно на самом Коммерсанте. Ну и обновить воспоминания о старом журнале, о добром журнале. Кстати, я читал, у него тираж, по-моему, где-то порядка 90 тысяч. То есть, ну, не самый, скажем, такой маленький тираж для данного журнала. Но при всем при этом пресса еще печатается, прессу читают, раз издания издаются. Но многие ушли, естественно, в интернет. Кому как удобно. Кто-то любит, вот как я, полистать журнальчики, пооткрывать, посмотреть интересные разные статьи. И в журнале «Огонек» статья не только о нас, но и о разных других деревенских блогерах. Поэтому, если вы хотите почитать, бегом на сайт, либо в ближайший киоск «Союз Печати» и приобретать журнал. Такая вот короткая новость. Если вам было интересно, поставьте пальцы вверх, поделитесь с друзьями в соцсетях. Всем пока!